Продолжаем чтение книги «Носители Духа». Составитель — профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов. Христос – цель жизни. Христос же требует не дела, не заповедей, но исправления души, для которого узаконил заповеди подзаконным преподобный Исаак Сирин, святитель Игнатий Брянчанинов. Земная жизнь – не на час непрерывающееся путешествие. Идем, идем, внезапно отворяются врата вечности, и мы теряемся в ее невообразимом пространстве. Как прекрасно говорит святый Давид: «Пришлец аз есть на земли, не скрыт меня заповедь твоя». Псалом 118, 19 стих. Точно, закон Христов – нить, по которой мы выбираемся из мрачного лабиринта земной жизни в блаженную вечность. Письмо 178. Помысли, сколько оскорблений и поношений потерпел Владыка наш Иисус Христос прежде креста, претерпев их. Он зашел уже на крест. Подобно этому никто не может достичь истинного и плодоносного безмолвия. Никто не может зайти в святой покой совершенства, если прежде не постраждет со Христом и не претерпит всех страданий Его, пометуя наставление апостола: «Аще страждем с Ним и прославимся с Ним». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 26 стих, том 1, страница 526, 2006 год. Крещением христианин сочетывается Христу, облекается во Христа, причащением святых Христов тайн, соединяется со Христом. Таким образом, посредством таинств он бывает весь Христов. Крещенный во Христа уже не живет как самобытное существо, но как заимствующее всю полноту жизни от другого существа, от Христа. «Несте свои, — говорит апостол христианам, — куплени, бо есте ценою». 1 Коринфянам 6 глава, 20 стих. «Телеса ваши удобие Христовой суть». 1 Коринфянам 6 глава, 15 стих. «Прославите у Бога в телесех ваших и в душах ваших, я же суть Божия». 1 Коринфянам 6, 20. «Вся наша жизнь должна состоять из покаяния, ибо мы дотоле вне истины, доколе не вполне во Христе, чего ожидать можем только после смерти. Чем больше погружаемся в покаяние, тем больше находим, что нуждаемся в нем. Чем более очищаемся, тем более находим, что мы далеки от Пресвятого и Пречистого. Кто весь очернен, тот не видит на себе ни одного пятна». Письмо 331. «Справедливо сказал святой Исаак Сирский: мир – блудница, он привлекает красотой своею расположенных любить его. Уловленной любовью мира и опутанной им, невозможно вырваться из рук его, доколе не лишится живота своего. Мир, когда совершенно обнажит человека, изводит его из дома его, то есть из тела, в день его смерти, тогда человек познает, что мир – льстец и обманщик. Дайте руку, пойдем за Христом, каждый неся крест свой, им и зарабатывай свое спасение». Письмо 75. «Не подумайте, что особенно счастливы были те грешники, которые жили во время пребывания Спасителя на земле. Счастливы были те, которые прибегали к исповеданию грехов и к покаянию. Ничто и никто не препятствует нам и ныне воспользоваться счастьем покаявшихся грешников пред самим Господом Иисусом Христом. Он сказал о себе верующим в Него: «Се аз с вами есть во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. «Когда ты предстанешь перед духовным отцом твоим, он подтвердит тебе возвещенную нами истину. Сейчас, скажет он, Христос невидимо стоит приемля исповедание твое. Предстоя самому Христу, проси у Него и получи от Него великую и богатую милость прощения грехов». Том 4, страница 51, 2002 год. Вспомните, что Христос пришел призвать грешников, а не праведников, на покаяние. Встаньте в ряды грешников, припадите в смирении к стопам Христовым,
предаваясь воле Его, поручая Его воле ваше настоящее будущее. А Он прольет мир и спокойствие в душу вашу, тем самым покажет, что Он близ вас, что промысел Его бдит над вами. Том 6, страница 362, 1993 год. Если Бог даст, завтра будем читать наставление игумена Никона Воробьева.